Значит, первое. Спасибо тем, кто пришел, и спасибо тем, кто неравнодушен к проблемам парка. Вообще, это не вопрос там ЖКУ, это не вопрос, который важны, людей беспокоит. Это вопрос будущего. Это вопрос будущего, что мы оставим и что после нас останется от этой вот охраняемой территории. А вот пока это форменное безобразие со стороны мэрии и прикормленных соответствующих структур, которые на это осваивают государственные подряды. Очень благая цель – благоустройство парка Сокольник. Но, видимо, на простом благоустройстве лавочки, там эти самые урны, бабла не срубишь, да, много. Поэтому первое, что бросается в глаза из того, что они настроили уже, это капитальное строительство. А Сокольники у нас что? Особо охраняемые территории и объект культурного наследия. Поэтому вон оттуда, отсюда все эти самые проекты, которые предполагают капитальное строительство и нарушение охраняемой территории. Чего, ну скажем так, добились? Или чего самое главное не добились, и мне не хватает даже при всех депутатских министерских полномочий заполучить реальный проект, чего не собирается делать. И у меня тут большое подозрение, а, наверное, никакого проекта, ничего и не существует.